Ребят, всем большой привет! Меня зовут Катя, и сегодня я решила рассказать вам, как можно добавить снег на фотографию. Я не знаю, насколько это видео сейчас будет актуально, потому что на дворе 24 февраля. Но мне до сих пор приходят сообщения в Инстаграме о том, как же можно добавить снег на фото, как добавляю его я. И я решила снять это видео. Надеюсь, что вам будет интересно. Давайте начнем. Для начала нам нужно в интернете выбрать понравившуюся картинку. Обычно я беру две. Далее заходим в приложение Snapseed, открываем нашу фотографию, заходим в инструменты, двойная экспозиция, добавляем фото, подгоняем его под размер нашей фотографии и нажимаем на галочку. Далее заходим в стрелочку вверху, посмотреть изменения, редактировать и убираем лишний снег с лица. Нажимаем на галочку и повторяем все то же самое второй раз. Как видите, так фотография выглядит намного атмосфернее. Вот и все, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, то поддержите меня большим пальцем вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.